Всем привет, друзья, вы на канале GameGate, и сегодня мы продолжаем играть в растения против зомби 2. В прошлой серии мы прошли, получается, половину ровно затерянного города. Так, и заберем подкормки. Ну, как говорится, поехали. Так. Тревога, пользователь Дейв. Мои сенсоры чувствуют подходящих чертят носильщиков. Импортеров? Отличных вещичек и стеклянных вещей? Нет, они ставят палатки на золотых плитках. И палатки призывают зомби. Чертята с плохими намерениями. Да, тут игра слов intense. Типа, в слове intense есть tent. Tent это палатка, intense это эти... Блин, я забыл реально. У меня очень короткая память, ребятки. Я уже забыл, как переводится intense. А, вот намерение, да, вот. Извиняюсь, я туплю. А, кстати, суть, я же могу купить. Ладно, на следующем уровне куплю. Короче, я могу растения купить. Ура! Типа аплодисменты. Ну, короче, мы сейчас должны этим чертятам-носильщикам показать, кто тут главный. В принципе. Вон идет один уже, замораживаем. Еще лучок поставим, чтобы он нам еще солнце генерировал. Ну, а теперь можно его и расстрелять. Куда полез? А я его еще заморозил. Ну ладно. Еще идет вон. Нельзя дать поставить палатки, оттуда могут ведроголовые выходить. Это вообще капец будет. Куда полез? Где-то оглушающий лук. Бабум. Бадабум бадабэм. Так, куда ты мой дуриан выкидывать? Эй! Капец, что творится? Эй, не стыдно вообще так делать? Так, дали пиняточку нам офигенную. Так, давайте вскроем ее. Быстрей! Быстрей дайте мне пиньяту вскрыть. Да блин, быстрей! Да нафиг мне этот квест комплит. Дайте пиньяту вскрыть. Дайте вскрыть пиньяту. Да что, сколько тут квестов, блин. Дайте пиньяту открыть, говорю. Чё за фигня? Так, 100 монет. 4 аки. 4 задерживающих георгин. Так, все. Можно купить растения за кристальчики. Так, нас сразу отправили дальше.
Вот нам как раз покажут задерживающую Георгину. Ее принцип действия. Ну ладно, вот этих быстреньких надо реально замедлить. Они какие-то слишком резвые и борзые. А, она же еще по области действует. Ну, получается, вообще этот задерживающий Георгина вообще топ. Как говорится, топ за свои деньги. Оу, щит. Так, еще раз замедлим. Зомби на жуке слишком близко подобрался. Так, опасность, опасность, бам. Вот это замедлили, называется. Опа. Давайте еще раз, ребятки. А может, толпу замедлим? Типа финальная волна вот так сделаем. Потом вот так. Блин, правда, тот на жуке не словил стан. Но сейчас словит. Все, в общем, показали этим зомбакам, где раки зимуют. Вообще на изи их раскатали. Снова какие-то квесты выполняются. Так. Выйти на карту. Потому что нам нужен магазин. Мне нужен магазин. Это получается растение. И вот. Выбор у нас сократился, сузился. После того, как я купил огненный горохострел. И вот знаете что? Я куплю халапеньо. Это может показаться глупым выбором. Но, знаете, я планирую купить всех. Да, хотя... Блин, ну тут выбор такой. Понимаете, вот мне предлагают купить самонаводящийся чертополох. Ну тогда в чем прикол уровня? Типа я просто буду этот чертополох брать и везде тащить. А халапеньо — это вспомогательное растение. Поэтому вот. Да. Я возьму халапеньо. Я, в принципе, мог еще бы вместо алого жала использовать огненный горохострел, но алое жало на 25 солнц меньше стоит. Да и оно, в принципе, принадлежит к этой локации. Правда, огненного горохострела подкормка покруче будет все-таки. Ну ладно, я купил халапеньо, он вот здесь. Ну все, теперь получается... Опа, а и замена салату айсбергу пришла. Салат Айзенберг. Так. Ну капец. Все получается. Официально. Теперь тут почти все из затерянного города будет. Нифига, ну еще и сзади себя умеет станить, оказывается. Оглушающий лук. Вообще молодец тогда. Так, ну давай. Такой пассивный заработочек. Ну с чем мы его захолопеним? Опа. Сейчас он вот самый опасный зомби. Точнее, они вдвоем. Так, продолжаем. Так, блин. Так, мне не нравится, в какую сторону это все идет. Хотя вроде все более-менее теперь под контролем.
На халапеньо, видите, сработала как такая тревожная кнопка. И позволил мне спастись. А перезаряжается он вроде не хуже, чем вишневая бомба. А может даже и получше. Так, все, финальная волна. Обстрел! Все, все мертвы. Так, и нам дали задерживающую георгину. Прекрасное растение, я считаю. Просто отличное. Умопомрачительное, я бы сказал, даже. Да слов таких не найдется, чтобы писать это растение. Задерживающая георгина. Замедляет зомби на ближайших линиях. В общем, отличное растение. Опа, вот это... Так, после событий, которые, думаю, многие из вас знают, эта буква теперь, ну, ассоциируется с кое-чем другим. Я думаю, вы догадываетесь, чем. Да. В общем, капец. Так, давайте прокачаем, оглушаю задерживающую георгину. Перезарядка 19 секунд. Задерживание дольше. И получается, что-то у нее там еще прокачалось, я не понял. Проксимити какой-то, я не знаю, что это, ну ладно. В общем, интересный такой символ. Я не буду на эту тему шутить, но я думаю, вы догадываетесь, что это такое. Если вы в целом осведомлены о ситуации в мире. Опа. А вот это, смотрите, задержался на парашюте. Стропы не рвутся. А вот все, порвались. Так, давайте оглушим этого. Он подальше вышел. Ему, короче. Да блин, что так резко выходят эти копатели? Там еще и с палаткой черт. Причем реально черт. На! Думали, я дам пройти? Ну уж нет. Так. Так, это нехорошо. Очень нехорошо, я бы сказал. Так, мне еще сбили, его сбили. Причем даже расправилась красная жало в одиночку. Вообще просто прекрасное растение. Так, парашютный дождь. Вон идут зомбачки. Сыпется с них подкормка. Сыплется, точнее. Один даже вон на дуриан упал. Сожжем некоторых наглецов. Наглецов и подлецов. Так, ну в общем опять почти всех разнесли. И в итоге все равно никто из этих лохов даже палатку не поставил. И вот так, нам дали какой-то талисман. С изображением на нем солнца. Смотри, Пенни. Блестящая Дуджикима вещь. Мои сенсоры указывают на то, что этот амулет указывает путь на давно потерянное испытание. Давай чуть-чуть поизучаем. Храм цветения. Ну и тут то же самое описание. В общем, вот, он сейчас откроется как-нибудь красиво. Опа. Гром, точнее молния. Бам!
раскалывается. Ну капец, круто. Офигительно, я бы сказал. Просто опупенно, очешуенно. Так, опять тенденция с разными узорами. Пока нигде узор не повторит. Опа, смотрите. Видите, нам атакующих растений дают только солнечный боб, жабья поганка и задерживающая георгину. Так, сразу георгину и сразу боб. Так, ням. Но сегодня что-то маловато выпало. Вот с этого побольше должно, он же пожирнее. Так, его сразу хватаем. О, с него прям нормально выпало. Так, копатель все равно не сможет съесть солнечный боб. Так что его просто съедим. Так, его прям вместе с этой... С кукарачи вот этой. Так, и снова передвинулся. Так. Жабьи поганки жрут всех без разбора, и слава богу. Так, ешь, ешь. Блин, нафиг я его замедлил. А, нет, он съел. Все, он съел. Теперь вечная станция. По выработке. Всякой дичи. Оба. Все нормально, сейчас пожрем. Все, поели. Так, идем дальше. Еще три уровня. И они с таким звуком прикольным жуют. Так, идем дальше. Остерегайся, пользователь Дейв. Я чувствую плитки с ловушками. Они включаются благодаря зомби или когда ты на них сажаешь. И затем они тебе дают тако. Если вы приравниваете тако с потоками огня, с потоками пламени и огромными булыжниками, то да. Ну, короче, нормально. Так, нам тут опять выдали растения. Чтобы мы за них помучились. Ой, блин, лучше с края не сажать. Все же сгорит нафиг. Так, ну тут их даже трогать не надо. Они сами устранятся. Бадым-бабум. Давайте выкинем этих противных зомбаков. Опа. Я не ожидал, что... Ой, точно. Не же это. Так, придется пожертвовать растениями и сжечь. Но зато сжечь этого... Урода. На. Раскидала их. Чисто вот этой центральной ловушкой мы большинство сносим.
Так, не понял. А, он сейчас вылетит с под зоны действия. А, нет, не вылетел. Так. Горгончо, чертенка только успел бросить. Ой, блин, я не додумался. Фигню какую-то сделал. Так, все, подпалили этого чертенка. На. Блин, это было опасно, я даже косилку потерял из-за невнимательности и чуть-чуть из-за глупости. Так, продолжаем. Это. А, жабья поганка, она платная, в принципе. А я-то думал. Так, для этого мы замедлим. Заметил? Вначале зомби стали идти сразу, прям быстро. Уже темп набирается уровня. Так. Гаргантюа сразу посередине. Что за капец? Это на какой-то сон похоже. Кормка, залп. Так, вроде все, устаканивается. Блин, вот эти летают охотники за сокровищем. Их надо как-то тормозить. На их тормозиров нет ни времени, ни средств. Еще они перезаряжаются, блин. Глушаем. Так. Все, вроде опасность почти вся отведена. Палатку разносим. Так, все, всех снесли. Ну, это капец было. Я бы сказал, даже чуть сложновато. Но мы справились. Так, 100 монет. 4 красных жала. 3 задерживающих георгин. Идем дальше. Последний уровень на сегодня. 24-й. Так. Не дать зомби раздавить цветы. Тут будут зомби на жуках. Будут обязательно. Ай, капец. Берем обычную, уже привычную комбинацию.
еще один гений решил попытать удачу. Так, там копатель идет с этой. Зомби зонтик. Убираем. Ой, один раз ультануть, оказывается, можно. Так. Блин, он еще и Георгину выкинул. Вот же урод. А, я же могу вот так сделать просто. Почти все будет решено. Только разобраться с вот этими... С этой толпой наглых уродов. Так, оглушаем. Сжигаем их палатки нафиг. Вот так вот показали. Если кто здесь босс. Выйти на карту. Открылся 25 уровень. Ну ладно, ребят, на сегодня это все. Вы были на канале GameKate. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.